пожалуйста, задайте свой вопрос. Например, баланс карты. Хочу с оператором поговорить, узнать, как получить распечатку с платежным поручением с отметкой банка об исполнении. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении. Соединяюсь с сотрудником банка. Обращаем ваше внимание, что разговор будет записан. Банк ЦТП, Екатерина, здравствуйте. Какой у вас вопрос? Добрый день. Смотрите, мы заказывали, оплачивали ту... Вас не слышно, пожалуйста. Повторите заново и выключите громкую связь. Ага. Смотрите, мы заказывали тур, вот, и оплачивали его картой на сайте оператора. Вот, соответственно, ну, там все нормально прошло, платеж, ну, там двумя платежами, но как бы отменились все эти туры, и оператор, соответственно, просит нас прислать копии чеков об оплате тура. Вот, в моем понимании мы должны предоставить копии платежных поручений с отметкой банка об исполнении. Вот, я хотел узнать, можно ли их как-нибудь заказать по почте, либо это только через визит в банк делается? На общая выписка заказывается только вместе с паспортом, с печатью от банка. А чтобы детально по конкретной транзакции, чтобы вы подтвердили именно за эту дату и на эту сумму, только в отделении. То есть выписка заказывается дистанционно, да? Нет, выписка заказывается конкретную дату у специалиста. Выключите, пожалуйста, громкую связь. Ага, а как она заказывается? Разделе настройки, там выбирайте определенный период. То есть за один день, за какой-то, если данная выписка вам не подойдет или туроператору, только уже в отделении нужно будет... Ага, а в этой выписке, получается, будут за период или дату, то есть все абсолютно операции, в том числе, вот, которые, да, или там можно выбрать конкретные операции? Можно выбрать интервал. А, интервал времени только, да? Не времени, а день, либо месяц. Ага, то есть если я при этом еще что-нибудь, какие-нибудь, не знаю, про покупки в продовольственном магазине оплачивал карты, то и тоже туда все им вместе пойдет, да, вот в этой выписке? Да, конечно. Ага. Угу. Хорошо. Ага, понятно. Хорошо, все. А в отделении это прям вот в режиме, ну, в момент обращения, да, то есть сразу же. Ага, хорошо. Все, большое спасибо, до свидания. До свидания.